Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Oblivion. Мы находимся по-прежнему в Обливионе, как ни странно. И здесь, надо сказать, довольно сложно жить, но при этом терпимо. Нам нужно закрыть эти врата, потому что это мешает местным жителям спокойно жить и заключать с нами сделки. Наш наемник в первую очередь ищет везде выгоду, поэтому давайте этим займемся. В первую очередь помогать себе, главное правило поп-копа. В прошлый раз мы уже посещали эти пещеры, но в итоге испугались этих лабиринтов и решили, что можно как-то их обойти, но в итоге получается, что сюда прийти придется в любом случае. Как-то отсюда нам нужно попасть в башню, в которой так спокойно, в которой находится этот камень, кристалл, который закроет врата. Так, давай ты не будешь лечиться. Бежать. Хорошо, пока работает спецназ. Все отлично. О, капец. Нормально. Кстати говоря, как там с починкой-то у нас дела обстоят? Много молоточков. А то есть ощущение, что скоро мой лук придет такими темпами в негодность. Молоточков не особо много. На ритуал дракона не хватает. Ну, или он просто... Нет, просто не хватает. Нормально, короче говоря, пусть пока все и будет. Хорошо, уже убитые нами враги. Прекрасный алчущий. Очень прекрасный. Так, хорошо. И вроде как это все. Идем в следующую пещеру. Постараемся выбраться отсюда. Этот запах серы. Страшные, страшные создания, которые бродят здесь. Я просто уже хочу выбраться отсюда. Но назад пути нет. Раз уж мы взялись за какое-то дело, мы довершим его. Ненавижу этих тварей. Сейчас она создаст свою повторюшку. Которая может нас парализовать, поэтому нужно быть крайне осторожным. Убьем мамашу, умрет и повторюшка. Так, только не лечимся, пожалуйста. Маманя вроде как уже в состоянии нестояния практически. Да дохнет уже, ну. Все. Наконец-то. Наши стрелы нас выручают. Нужно идти. Желательно наверх куда-то. Так, хорошо. 7 стрел восполнили. Шелк, яд. Надо будет заняться алхимией все-таки. Больно уж интересные ингредиенты. Согласна? Так, сюда вообще можно было не ходить. Можно было ее обойти. Так, заполненные камни душ. Это хорошо. Кстати говоря, как там у нас на нашем луке обстоят дела. 4. Так, он практически разряжен. Так, вот нормально. Тихо. Вот эта встреча, блин. Спокойно. Ненавижу этих тварей. Ненавижу. Ненавижу. Как кричал цитаты великих людей. Энакин Скайуокер. Ненавижу. Блин, надо убираться отсюда, у меня уже крыша едет. Так, хорошо, карта, выручай давай. Почти выбрались. Это будет дорога в пещеру Обливиона. А мы где находимся? Мы находимся в пещере, по-моему.
Кто-то есть за углом справа. Тяжелые шаги. Братюня. Давай-ка ты ко мне лучше иди. Такой хапнет и все, пиши письма. Суши весла. Спокойно. Че, застрял что ли? Ну давай, давай, давай. Блин, со спины пришли. Скотина. Вот тебя только не хватало тут. Так, первый готов. Мелочь. Вот ты при всей своей мелкоте, ты можешь меня сейчас убить. Фух, это было напряженно. Надо почаще лечиться во время боя. Восстановление уже где-то прокачать. Я думаю, в школе магов в имперском городе вполне могут найтись учителя. У меня уже этих сердец, я их больше брать, пожалуй, не буду. Ты просто посмотри на эту дуру. Это же пипец, по-моему. Зубов. Хорошо. Представьте, просто подходишь к этой штуке, с размаху пробиваешь ее рукой и ковыряешься внутри, пытаешься нащупать что-то хорошее. Это, по-моему, ненормально. Так, ладно, местные вроде кончились. Давайте пойдем в дверь. Башня все еще далеко, к сожалению. Ну хорошо, тем не менее, это вроде правильная дорога. Нормально. Жизнь восстановили. В прошлой серии первый этаж весь прошли. Ну, то есть не первый этаж, а основание этой башни. Думали, там где-то обход будет. На деле вон оно, как оказывается. Нормалек. Я так думаю, сердца хватит подбирать, потому что у нас их уже достаточно, штук 20, наверное. Надо будет их сложить у себя дома, около Чейдинхолла. Пусть пока лежат до лучших времен, потому что место занимают... Ой, опять ты. Тебя бы растение еще коцало, но у тебя, я думаю, иммунитет к этой дряни. Давай пока навтыкаем тебе стрел в промежность. Пока ты там раздупляешься. Хорошо. Долбанные ядовитые растения, давай быстрее, пока не потравились. Вот это пипец, господа. Так, что мне надо? Мне нужно забраться на господствующую высоту. Иначе будет очень плохо. Ну, в принципе, ладно, погнали, нас уже видят. Сама пойдешь. Хрен куда денешься. Ненавижу вот эту мелочь. Ненавижу. Самое главное, что я ее убью, она новую создаст в ту же секунду. Поэтому смысл вот в том, что я сейчас делаю, не особо. О, видите? Мне нужно убить мамашу.
А, цепанула скотина. И это сразу шарахнуло. Джим, Джим, отходим. Огонь. Полечись мне еще. Да что ж ты, ох, ненавижу этих тварей. Я думаю, мы сможем. Да дохни уже, пожалуйста, ну. Стрел не так много. Сколько там в тебя вошло-то? Фух. А ведь там еще одна такая. Здесь даже не отдохнешь особо. Кругом какая-то гадость. Давайте попробуем. Часик сможем, нет? Так, пошли стрелы. Шо? Ты вовремя встала. Так, с этой получше получилось. Быстрее, главное, не останавливаться. Тут все очень плохо. Нормально, идем. Нормально. Вычка. Интересно, откуда она у тебя? Съел кого-то, похоже. Вместе с его потрохами. И всем, что в сумке лежало. Так, ну и что? Это все еще не башня, я так понимаю. Окей. Этого мне только не хватало. Да уйди ты! Как вообще это произошло? Как я в нее попал? Это странно, но мне повезло. Нате в харю. Да, блин, не попал. Давай, 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 давай. Стоять! Нормально. Стреляем мы уже крайне хорошо. Тут уже ничего не попишешь. Годы практики. Видите, здесь земля уже какая-то совсем нехорошая. Да, такая? 53 стрелы. Плохо. Очень плохо. Так, еще одна из этих. Такая ж тупая. Маленько подлечиться не помешает. Но мы вроде идем наверх, это хорошо. Я чувствую паука. Сейчас опять будет паук. Ненавижу пауков. Как их можно любить, эти мохнатые лапки? Глаза такие. Ты кто? У нас проблемы. Главное убить мастера. Спокойно. Давай, давай, беги на меня. Ой, только не ты, только не ты.
Ай-яй-яй-яй, вот это вот хана. Умри, умри, ну ты же должна умереть. Почему она жива? Он ее, получается... Ладно. Хорошо. Хорошо. Так, сейчас размотаем. Я думал, что когда он умрет, умрет и его миньончик. Судя по всему, это не так. Да что ж ты? Получай. Сейчас ты у меня получишь. Ненавижу эту мелочь. Этот честно создает. Смотри, там паучиха еще пришла. Я даже бить тебя не хочу. Это настолько бессмысленно. Только стрелы тратить. Кого еще он призовет? Так, подожди, такое ощущение, что он прям где-то у меня за спиной. Это, конечно же, не так, но я думаю, все же расслабляться не стоит. Дохни. Хотя вполне возможно, что на самом деле эта тварь просто услышала бой, звуки, и поэтому прибежала. Я тебя подлечу сейчас. Да сдохни, что уже нет. Склонись передо мной. Сейчас ты передо мной склонишься, скотина. Я разорву тебя. Так, хорошо. Минус одна тварь. И мы все еще живы. Мы вполне неплохо справляемся. Стрелы только кончаются. Стрелы нам всегда пригодятся. О, давай, хозяин. Да не убегай ты, мать твою, за ногу. Все, окей. Фу, напряженный был батя такой. Нормально. Поп-коп справится, поп-коп выруливает. О, вот это вот сложность, которая должна быть в игре. О, жар греховности. Уязвимость к огню. Это круто. Нет, не очень. Так, хорошо. Что лучше? Сейчас посмотрим. Ну, очевидно, что вот это вот, акавирская катана, прощай. Катана, конечно, круто выглядит, но это выглядит тоже вполне себе. Так, теперь нужно будет разобраться, что еще нам нужно выкинуть. Выкинем мы, пожалуй, серебряный кинжал. Окей. Слишком я мало могу с собой носить. Так, хорошо, пошли дальше. Эти, по сути, мечи. Они довольно важны. Есть. Да япона мать. Она даже не шевелится, смотри. Она просто бьет. Ох, пакость. Кости чьи-то тут переваривала, похоже, на протяжении веков. Наверху мы, похоже, встретим одного из принцев Дейдра. Блин, этот стадель уже близко.
Мне не нравится, что мы куда-то вниз идем. Тихо. Высоковато поднялись уже, слушай. Хотя... Иди сюда. Так и будешь пятиться? Да, ближний бой просто... Просто мое почтение. Понятно. Прекрасный алчущий. Я тебя понял. Пока что меня, я так понимаю, спасает моя стрельба. Нужно будет хотя бы маленько приучиться к бою, потому что это просто было смешно. Враг далеко не самый сильный. Далеко не самый сильный. Странно, ставит жутковато так. Там живой еще нет. Такое ощущение, что у них вот это вот подсвечиваются они, типа защиты от этого яда. Смотри, еще один. О, сколько у вас там понабежало-то? Вот это вот реально проблема, учитывая, сколько у меня стрел. Дохни. Дохни. Так, минус. Сволота, ненавижу. Так, тихо. Бы стрелу, у меня еще какие-то хорошие стрелы были, вот эти вот, допустим. Стрелять наверняка. Ну да, и уже два раза промахнулся. Да давай ты, мать твою, эта толпа мне совсем не нравится. Там еще кто-то идет, давай издеваетесь что ли? Надо немножко отвалить отсюда. Ну вот тебя только. Так, сначала маленько отойдем, потому что я чувствую, они сейчас и сюда забегут. Идет кто-нибудь, нет? Ну, двоих свинтили. Сейчас маленько восстановимся и с остальными порешаем. Только так, по-другому что-то не уверен, что получится. Блин, стрелы кончились. На таком интересном месте. Как же я буду дальше справляться? Ты посмотри на нее. Ага. Блин, вот если бы она не... А, ну что ж ты так медленно идешь-то? А что делать? Ну так и приходится жить. Я надеюсь, они не придумают какую-нибудь, я не знаю, там, обходную. Ладно, давайте железными колупать, это будет смешно. Хотя, не, нормально, по сути. Ненавижу этих паучьих тварей, это просто самые ненавистные твари в игре. Даже близко таких противных тварей я еще не видел.
Дохни, дохни. Сколько же можно-то? Фу, вот это вот была встречающая делегация. Что-то мне не сильно понравилось. Давай мои стрелы. Еще в полу натыкан, наверное. Тебе тоже хватает. На твой зуб. Так, а теперь ты. Прекрасный, понимаешь, алчущий. Ай, блин, кругом все хочет меня убить. Как так можно жить вообще? Я надеюсь, это первый и последний раз, когда в таком месте мне встречается такое количество врагов. Это не круто. Да ничего, прорвемся. Башня, слышишь? Я иду к тебе. Скоро я дойду. Наверное. Наверное, скоро. О, так, маленько передохнуть. Восстановление потихоньку растет, но недостаточно быстро. Все равно придется качать, причем на очень большие бабки, так чувствую. Окей. Мы подходим ко входу в башню. Я просто стрелять стараюсь наверняка. Живой еще. Так, все стрелы вернул. Или почти все. По-любому хорошо. Вот его. Внушает, да, так? Напоминает почему-то вот, я не знаю. О, платиновая монетка, круто. Напоминает ад из игры The Darkness, первой части. Да и второй, богомерзкий тоже. Хотя многим второй Darkness понравился, но он ни в какую вообще, в подметке не годится, первой части. Кераса. Может надеть? Хоть 6. Ну-ка посмотрим. Блин, на этой... Подожди. Где она? На этой стрельба плюс 11. Иллюзия плюс 11. Скрытность плюс 11. Меня больше всего стрельба, конечно, волнует. А здесь 6 брони. Таня. С другой стороны, нет. Я вообще заметил, что оптимальный путь здесь это тупо пробежать и вырубить этот сигил. Ой. Этот еще хуже. Кто заметил? Кто уже успел заметить? На, Дарт Мол, получи. Бегут, ты посмотри, в каком объеме. Не надо меня рвать. Постараемся прорваться доверху. Я понимаю, что это невыполнимая задача, учитывая, что я не знаю, куда идти. По крайней мере, попытаемся, потому что мы сейчас будем тут бошкаться. Я не знаю, часа два. Ой-ой-ой. И как мне это все проходить? Если раньше это выглядело выполнимой задачей, то сейчас я просто понимаю, что мне не выжить тут ни при каких обстоятельствах. Только если я вот так вот буду действовать.
Ноуп. Опусти меня! Скотина, он меня тормознул, я двигаться не могу. Ну офигеть. Это он мне паралич какой-то сделал, что ли? Окей, сейчас попробуем еще раз. В этот раз меня сначала не увидит, я сразу ломанусь. А что, вполне выполнимая задача, по-моему. Все так жарить не будут, конечно. Давай. По спринту, пацан. У нас все получится. Это богом забытое место будет отрезано от... Да, блин, откуда ты берешься? От нашего мира. Это ты, ничтожество. Здрасте, до свидания. Ой-ой-ой-ой-ой. Не в ту сторону. Ты посмотри, они между собой там кусаются. Нет. Я против. Нет. Бежим, бежим. Где оно? Где оно? Это не то место. Куда идти-то, я не понял. Еще выше. Вот оно. Святая святых. Давай, страшила, вылазь. Сохранимся, пока есть возможность. Ноу. Давай в атаку. И здесь у нас главный. Нет. Я не согласен. Не согласен. Давай. Все получилось. Нет. О, мы выбрались. Ура! Это самый счастливый момент этого прохождения за последние две серии. Я вас поздравляю. Мы закрыли врата Обливиона. Теперь здесь можно работать. Теперь здесь можно жить. Я надеюсь, жители этого города, который простирается под нами, скажут нам спасибо. Возможно, они даже не узнают, но в итоге у нас появится работа, потому что они не умрут, мы станем наемником, и мы получим денег. Неплохо сработано, Попкоп. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.